Итак, следующая грамматика – чеиль. Чеиль переводится как «самое», «самое лучшее», «первое», да, что стоит на первом месте, больше всего. Вот. Давайте рассмотрим картинку, а потом перейдем к примеру. Девушка спрашивает: «Марагис уби чеиль манео?» «Самое», видите, «самое много». Урок разговорного, она спрашивает. Парень отвечает: «Не, мараги соби чель манео». Да, самое много — урок разговорного. Вот и все, вот вся и грамматика. То есть это не грамматика, как я и говорил, это просто мы разбираем слова. Вот и все. Ну давайте рассмотрим пару примеров. Поехали. Давайте запишем. Чеиль. Итак, переводится как первый, да? Первый. Самый. Или самое, или самые. Ого. То есть первый, первый. Самое, да? Давайте рассмотрим парочку примеров. Давайте возьмем примеры с той грамматики, чтобы туда-сюда не бегать и много не придумывать. Так, в той грамматике у нас было, что корейский тяжелее, чем английский, да? Давайте скажем, что корейский самый тяжелый, да, язык. Давайте распишем. Хангуго. Хангуго. Чеиль. Репта. Корейский самый тяжелый. Хангуго чеиль орёвайо. Хангуго чеиль орёвайо. Следующий пример. Ирина. Чеиль. Да. Ирина самая красивая. И последний пример у нас был с китайцами, да? Давайте напишем. Чунгук. Чунгук сарам. Сарам. И. Чей. Анта. Чунгук сарами. Чей. Мадайо. Чунгук сарами чей манта. Вот, китайцев больше всего. Легко? Легко.